«Служу России» – эти слова звучат не просто как присяга, а как смысл профессии и долга. Сотрудники полиции получают заслуженные награды из рук руководства и старших по званию. Это традиция отмечать День сотрудников внутренних дел именно так, награждая за труд. Этот праздник – дань уважения заслугам сотрудников органов внутренних дел, которые ежедневно, зачастую с риском для жизни, выполняют задачи по охране общественного порядка, по помощи гражданам, которые проживают у нас в районе. Грамоты, подарки и, конечно, благодарность за службу – все это важная часть торжественной церемонии. Некоторые из награждаемых в этот день на дежурстве. Работа такая – следить за порядком, неважно, праздник или будний день. В полиции идут работать, понимая, что служба – это их долг 24/7. Я более 30 лет сам лично служил в органах внутренних дел. Бывал на разных фронтах, имеется в виду, борьбы с преступностью, и в розыске поработал, и в кадрах поработал, и в центральном аппарате закончил свою профессиональную деятельность. И сейчас, являясь зам главы по безопасности городского округа Щелково, да, мне все вот эти вопросы, они как бы знакомы, и мне это легче решать. Наш городской округ Щелково уже третий год на первых местах по безопасности. У нас самое большое количество камер в Московской области. Наши сотрудники доблестные с помощью этих видеокамер раскрывают преступления, и показатель с каждым годом все растет. Церемония награждения, несмотря на значимый праздник для сотрудников, прошла весьма скромно. В небольшом зале здания управления. Не до торжеств, пояснили полицейские. Немало сотрудников сейчас находятся в зоне проведения СВО. Их ждут здесь, и дома, и на работе. Продолжать нести службу во имя порядка и покоя мирных граждан. Лилия Тимиева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.